Вот идет женщина, и сейчас ей в спину из ветвей дерева будет произведен выстрел скрытной пневмопушки. Это запись в реальном времени. Следующая, значит, покадровая запись будет за этим видео. И все будет покадрово показано, откуда и как произведен выстрел скрытной пневмопушкой, отравляющим веществом в спину этой женщине. Смотрите дальше видео. Как стреляет пневмопушка из ветвей дерева, скрытно установленная, в спину проходящей женщине. Вот сейчас, где стоит курсор, происходит выстрел. Белый сгусток отравляющего вещества вылетает из ветвей дерева. Курсор его вводит и показывает направление. Вот он перемещается дальше. Вот еще дальше на фоне ворот. И дальше улетает в сторону прошедшей раньше женщины вслед ей в спину. Вот так они стреляют. Это показана траектория выстрела.